когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синей траве сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Ну вот, мы на улицах Москвы, 50 метров от гостиницы «Пекин». Вот этот троллейбус, у него нет номера, просто синий, так называется, синий троллейбус. Тот самый, который придумал Булат Шалович Акуджава. Великие идеи рано или поздно воплощаются, и он действительно, реально, каждую субботу плавает по Москве и подбирает всех желающих. Просто садитесь, просто слушайте авторскую песню, просто получайте удовольствие. Пойдемте, посмотрим, что там внутри. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда, только Дон и Магдалина, быстроходные суда, только Дон и Магдалина ходят по морю туда, и за Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Пам-пам, плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. В солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. И за Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Пам-пам, плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Три-хо! А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. И за Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Пам-пам, плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Только Дон и Магдалина, Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Синий троллейбус существует в Москве 2 года. Он вышел на Садовое кольцо в феврале, 26 февраля 2005 года. И с тех пор каждую субботу поет москвичам песни. Вот мы внутри. Это пассажиры синего троллейбуса. Москвичи и не только. Давайте поговорим с ними. Скажите, как вы узнали про синий троллейбус? Вы знаете, я гость Москвы, я не москвич, у меня сестра родная в Москве живет. Я приехала в гости, она мне сказала, что прочитала это в газете. Но мы никак не могли найти эту газету, позвонили знакомым, нам по интернету сказали, где он стоит. И вот мы заказали билет и сейчас с удовольствием хотим совершить эту экскурсию. Мы с тобою выпьем зелена вина, и тихонько вскрикнет тонкая струна, и вечерним скерце на душе надрез, не хватает сердца времени в обрез.
Не хватает времени, не хватает сердца, а дороги длинные, не видать конца. Вьюга заметая, вьет свои коленца, и черты стирает милого лица. Вьюга заметая, вьет свои коленца, и черты стирает милого лица. Заблудилась наглухо троечка прогонная, и в белесой замети пропадает след. Не пробраться пешему, не пробиться конному, ни письма, ни весточки ниоткуда нет. Все пройдет, любимая, отболит головушка. Вот 12 пробила, вот и все дела. В золоченных туфельках убегает Золушка. Снова печки, лавочки, веник и зола. Птица сероглазая, маленькая Золушка, не грусти, не мучайся, не вздыхай тайком. Даже в мире сказочном, ты же знаешь, солнышко, не бывает сразу просто и легко. До поры, до времени, пусть поземка мечется. Вот мелькнули в облаке звездочка с луной. Мы затопим печечку, мы затеплим свечечку и споем тихонечко про тебя со мной. Не хватает времени, не хватает сердца, а дороги длинные, не видать конца. Вьюга заметая, вьет свои коленца, и черты стирая милого лица. А вы москвичка? Как вы узнали про синий троллейбус? Я прочитала когда-то по газете «Комсомольская правда» об этой экскурсии. Но почему-то время шло, больше не попадалась эта информация, и я решила, что он называется «Синий автобус». Звоню приятельнице и говорю: хочу узнать об экскурсии «Синий автобус». Она искала его по интернету, потом говорит: ну, назвала меня, конечно, не очень хорошо, и сказала: «Синий троллейбус». И дала мне телефон. По этому телефону позвонили, заказали, и вот мы здесь. Думаем, что это первый, но не последний раз, потому что песни бардовские любим. Небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить.
сядем у костра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. Помнишь, как над Нарынглистой, над Покрой, над Истрой мы не смели лгать? В жизни все проходит быстро, все проходит быстро. Незачем считать, в жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. Жить, петь — это дело чести, совести и чести, только век не тот. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Так точно, точно. В обычном троллейбусе обычные кондукторы, а здесь кондуктор, звукорежиссер Лена. Ну, я временный кондуктор, хотя, честно признаюсь, в детстве мне очень хотелось быть кондуктором. Но, как всем детям, наверное, хочется давать билеты, считать деньги. На самом деле, мне сейчас это не так интересно, а вот звукорежиссером я работаю здесь с большим удовольствием. У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета и неглинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. А в троллейбусе мерцает окно, пассажиры, как цветное кино. Это вы, мне, друзья мои, ужасно смешно наблюдать в окошко мир. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны, и рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны, и рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. И качает головой постовой, он сегодня огорошен Москвой, ничего он не поймет, сам не свой, словно рыба на мели. Я по улицам бегу, хохочу, мне любые чудеса по плечу, фонари свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали.
Да я по улицам бегу, хохочу, ха-ха-ха, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. Окна стою я, как у холста, ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. А над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж, апельсины цвета беж. Мы едем сейчас по улицам Москвы, вы такую радость дарите людям. Люди, ну просто они начинают улыбаться, они идут, они радуются, да? У вас у всех необыкновенно добрые глаза. Почему вы любите больше грустные песни? Даже, наверное, вопрос не почему, а вообще, я думаю, что вообще в России, да, если взять, вот даже не жанр, да, вот популярной музыки, а вот возьмите даже советскую песню, да, ведь там больше было лирики все-таки. Поэтому, может быть, страна такая, народ такой. В одни разлук эгоистных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слов и горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время по тайге, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор. Груди молотит, словно перпоратор, но я молчу и напеваю про себя. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает цинандали твердой рукой. Он бутерброд и мажет черной икрой и нежно поет. И это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом, я, впрочем, путаю скорее гомеопатом. А если даже и патологоанатом, то все равно у них всех денег до хрена. А я кукую от зарплаты до аванса, изобретаю вечно чудеса баланса, и в состоянии гипнотического транса я у окошка кассы напевал. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает муку Зани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет. И это дивное танго. Она прелестна, ей в тени не слишком жарко, на пляже млеют сталевары доярки. Гомеопат коньяк, смакуя высшей марки, тихонько кушает протезами шашлык. Меня трясет и зуб на зуб не попадает, по вертолету только челюсти летают, а временами сознание пропадает, а в животе от голода ревет. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой и льет в бокал мои субани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет простой икрой и нежно поет. И это дивное танго. Зачем, зачем я не пошел к гомеопату и не послушался ни мамы, ни папы, а узловатые мозолистые лапы
не для ее покрытых солнцем плеч. Энцефалитный на мне резвятся клещи. Я не скажу, чтоб я любил такие вещи. Желудки чистые вода ритмично плещет. Это все, но я не плачу, а пою. Белый прибой и купол неба голубой, голубой. Кто-то другой и льет бокал на парюли твердой рукой. Он бутерброд ей мажет и нежно поет. И это дивная танго. Владимир Львович, спасибо вам огромное за ваши замечательные песни. Такой лучистый человек сидит в обнимку с гитарой. Вы сказали, что поэт не должен быть богатым и спесивым. Не любите слово поэт? Не люблю. Хорошо, скажите, человек, который пишет стихи, да? Он какой, вот какой он не должен быть, вы сказали, а какой он должен быть? Можно сказать? Человек, который пишет стихи? Ну, во-первых... Ну, понятно, что не спесивым и бедным. Да, но, во-первых, он должен быть искренним. Он должен... Его стихи, неважно, это стихи или это проза, там не должно быть фальши. Он должен быть честным перед самим собой и перед теми, кому он хочет рассказать о чем-то. Неважно, это в стихах или прозе, это не имеет значения. А вот тот сплав мудрости, юмора и легкости, который у вас, это само уже рождается, да? То есть вы об этом специально не думаете? Нет, конечно, это не специально. Я не умею притворяться. Арбатского романса старинное шитье к прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшей счастливое питье и женщины рассеянные страсти. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, легко и грустно. Век почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, забыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой. Пылали розы, гордые собою. Еще моя походка мне не была смешна. Еще подметки не подорвались. Из каждого окошка, где музыка слышна, такие мне удачи открывались. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора. Траву взрастите, к осени сомнется. Мы начали прогулку с арбатского двора. К нему-то все, как видно,
и вернется. Одна из пассажирок троллейбуса рассказала, что она думала, что это синий автобус. Вы понимаете, что может настать время, когда уже люди не будут помнить такую песню Акуджавы, и вот вы говорите, что они радуются, но они понимают, что это за троллейбус, откуда он, и узнают ли? Разумеется. У нас существует, кроме песенной программы, еще экскурсионная программа. И там мы рассказываем о том, как возник этот троллейбус. У нас ведь идет по бардовским местам троллейбус. Все Садовое кольцо у нас – это бардовские места. Вот таким образом у нас троллейбус ездит и считает все. Вот здесь Акуджава, дальше Визбор, там еще пединститут, в котором очень-очень много бардов известных училось у нас, получали образование, пели и так далее. Все у нас, все предусмотрено. Люлить, чачоль, да не, да пока солнце.